Здравствуйте, меня зовут Максим, мы находимся в магазине Moms Money, и сегодня с вами смотрим курточку Арно на мальчика. Данная курточка идет температурного режима до минус 36, влагоотталкивающая, плюс имеет наполнитель 70% пера и 30% пуха гусиного. Здесь у нас идет кнопочки специальные перед молнией, а потом уже идет сам замочек. Вот так вот у нас выглядит внутренняя часть. Плюс у нас здесь идет очень достаточно хорошего качества капюшон. Тут у нас идет мех енота. Его можно отстегнуть как сам мех, так и полностью капюшон. Есть такая у нас возможность. Плюс вот как она у нас выглядит сзади. В 1960-х годах бренд начал выпускать кашемировое пальто и двухстороннюю одежду. Вскоре производство дополнилось различными предметами, от костюмов для мужчин до платьев для женщин. Арно создал свой знаменитый стиль, основанный на качестве и функциональности в сочетании с элегантностью и итальянским мастерством. Следующим шагом стало желание основателей отправить коллекцию по всей Европе и за ее пределы. В 1971 году Джузеппе, одним из первых в Италии, вышел на японский рынок, открыв бутик в Осаке. Ноу-хау компании было ценным для ведущих брендов, которые решили доверить производство своей верхней одежды Арно. Клаудио Моренци, один из сыновей Джузеппе и Александра Диана, сказал, что в то время они работали с такими компаниями, как Джилл Сандер, Прада, Гуччи, Армани, Ральф Лорен и Луи Виттон. Именно он предложил дело родителей в 2000-е годы. Ставьте лайки, оставляйте отзывы на дальнейшие обзоры, которые вы хотите увидеть на нашем канале. Спасибо за просмотр, увидимся в дальнейших видео.